Вот, общим планом картинка смотрится так. Значит, это парк имени парк культуры и отдыха имени Горького. В простонародье парк Горького. Вот, значит, я отделил горочки, немножко показал объем облаков, но еще надо дорабатывать. Немножечко еще надо дорабатывать. Вот. Примерно вот у нас получается пока вот так. Ну, это будет колесо обозрения, это будет телевышка. Просто пока это все пятнами сделано, наложено пятнами. Вот я немножко увеличу четкость, но цвет. К сожалению, камера искажает. Не совсем тот цвет, который есть. Но я потом сделаю фотографии, в конце можно будет увидеть, что же все-таки получается. Вот, ну, пока вот такого плана ведется работа. Веточки, кустики. Водичку мы сегодняшней и не трогали. Здесь немножечко тенечку доработали. Вот бережочек. Лужаечка. Вот это лодочки. Вот лодочки, да, все еще будет прорабатываться. Впереди кафешки стоят, горы Коктебе. В общем, вот такого плана. В общем, работа вот такого плана. Вот, ну, думаю, что еще один сеанс, и работа будет закончена. Приблизительно по объему работы где-то. Примерно это так. Вот, ну, в конце я, конечно же, сделаю фотографию и еще водичку будем делать, прописывать там какие-то детальки, вот эти вот лодочек, пассажиров, людей, отдыхающих на озере. Многие знают, я думаю, парк Горького. Многие в нем были, катались на этих лодках. У меня тоже самые такие добрые воспоминания, потому что жил я как раз рядом с этим парком. Туда мы ходили пешком, с своими друзьями, с братом. Там, можно сказать, все лето проходило наше детство. Это действительно самые теплые воспоминания. Такая яркая достопримечательность, которая является изюминкой нашего города. Действительно теплые чувства. Здесь многие были своими папами, мамами. Ходили рядом, находится в этом парке зоопарк. Это действительно очень трогательно. Очень как бы остается в жизни с тобой навсегда. Эти воспоминания. Сейчас его немножко этот парк переделали. Но тем не менее парк действительно красивый. И очень-очень мне нравится. Ну, продолжаем смотреть. Посмотрим, что будет дальше. Дальше будет вода. Дальше будет проработка каких-то деталечек. Колеса обозрения. Вот, и доработка лодочек, теней, телевышки, облаков. Ну, и думаю, на этом закончим. Так что продолжаем смотреть.